Что там дальше? Леш, чуть пособрани. Сань, в ворота вставай, Сань. Давай туда. Кто 17-й? 17-й. Еще один. Да, 18-й. Да не гони, да, он все равно мешает футболу. Такую работу. Сань, как ты сделал? Скидывай, иди сюда. Паш, бей. Дим, как фамилия? Паш, два поздали минимум. Стой, дай же гол. Пойдем. Надо в одно. Я тоже буду это делать. Желто-оранжевый. Саня, ты просто шел. Саня, дым, сигарет, свин. Замена просто шел. У вас 11, что ли, все? Не надо кидать здесь хабарик. Это логично, это нормально и правильно. Ну так обычно. Паша, замыкай! Здорово, здорово! Голова есть. Саня! Толстый, ты чё? Куда поднимайся? Ой, да ладно, чё ты рукой машешь? Жизнь любой пассажир. Мне ножом дёрнул. Да, приехать в следующий день. Бухать. А, футбол. Понятно. Вот оно отношение. Сань, как дом делать? Поднимайся к нам, да и все. Ты уж там не нужен. Сань. Отсюда еще. Какие на праздник?
Он уже вылетел на Бали, там живет. Нет, он уже сказал, что там швец. Горя! Куда? Желтый! Руч, зашли, не кажется. Сереж, отдай. Дима! А нет, одна усидки знаю. А вы за двух игроков, ты не видел, серьез. Нет, брат. Эй, ну мне десятером уже делать. Я уже русский предлагал. Юра тоже говорит. Там бесконечное количество замен, до чего я даже не знаю. Там тоже не так, типа, приложение, да? Там убираешь, там место, наверное, а Юрий? Там беги, беги, беги. Вот они читают. Хорош, Том, хорош, здорово. Да, Лёх, что с тобой такое-то, я не знаю. Что это? Это явление Христа народа. Да.
Гриша, дёрни, Гриша! Вот что надо? Да, вперед смотри сначала, потом назад. Дима! Вообще один год вообще.
Нет, а все нормально, колбаски. И патроны в безопасности, и книжки. Неужели они? Да нет, мы курили курсы. Блин, мы можем активнее играть, блин, 5000 человек! Пьяный, что ли? Что там по 39-му? А сколько на неметишку? Ну все. Так что, блин, еще не нужно. Давай сам догони. Ну, не оттуда, блин, до лестницы не летит. Давай, возможно. Давай, без откидника. Давай. Давайте, ребята, футбол нужен, головы нужны, давайте. Все, все, все. Ничего, теперь надо купить. Что там, я только не хотел. Расскажи, что за приключения. Если они заканчиваются, то ты не можешь больше пользоваться. Да хай не ставь корпус, блин! Там есть какой-то пробный период? Да, наверное, в размерах крокодилек. Я так понял, они появляются? Thank you.
Макс, уходи, Макс. Макс, ты отдышал что? Да, ну он другой. Алло, да. Ну, офицер, слышал? Прицепил. Да что там, расселся, офицер. Спать пойду. Давай, на поле, не спи, уже мало. Главное, где помогать лишками, за спинами. Справа, справа, так. Они и помер. Бетончиком. Это ж Пашка. Да блин, Криш, ты что у тебя с ногами-то, я не знаю. Ой, 19, хорошо, центр. Да, Серёж, давай менее сложное решение, а? Ты представляешь, я еще не родился, а он уже 6 лет полетел. Я просто душу как 11 лет просто брали. Ну как, 7-7. Это нормальная система. Я такого, знаешь, такой, оп, окей, так, миллион голов, все. Потом у него там торги. Соня, есть под тобой торги! Я проще, не выдумывай! Дима, хорошо. Хорош! Давайте веселее, пиздец, лумпак, соберитесь, блядь! Ни хрена себе. Конечно. Нет, не на шее.
Переведи! Дальше есть! Забирай! У меня, короче, нападение. Орлан, Гуэра, Лукаку. Полузащите, Широко. Что, хватит нервничать? Защите что за Катин Широко? Нет, нет, Широко кто-то еще, я не помню кто. По-моему, я не знаю, из Германии. Что, сразу не ударить бы? Зачем вам бежать человеком? Воткнуться в него! Лёшка, Лёша, а почему ты сразу не пробил? Лёш, зачем ты человека бежишь? Там же лимит есть по этому полагу. А в защите у меня играет Пике, Кенни. Типа Карвахаля или Арбелова. Или Рауля Дурля. Тем более. Я не знаю, кто у них там просто правый щит. Хорош, а чего он пятку не отдал? Давай,
На один, не дает нам зрителям увидеть. Ну что, они же знают, что они могут там тройку положить за 15 минут. Ваня, можно увидеть один удар в створ ворот? Затай! Или нет? Невозможно. Что-то Боров написал, наверное. Не, давай-ка ты без этого дворовый дрочни. Что Боров-то написал? Зайти? Умеет, это нет.
Ой-ой-ой, хорош, пацан. Выберешь! Да есть у нас замена. Давай, Сань. Да у нас. У нас вместо Тима кто-то вышел. Да не у нас. Джейк сломался. Тима перегибается. А, а нас замену записали? Да. Я не знаю, ты говорил кому-нибудь? Я говорю. Где покойник? Он нос сносил. Подумай, ну, чем больше выделишь, тем больше станет. Давай бегай, ну давай. Золото, а не золото.
Подъезд на Есть команда, команда. Нет. Хорош, Сань, переведите, Сань! Хорош, Антоша! Да? Хорош, Гриша! Молодец! Гришка, а ты никак? Совсем? Ты шука один. Сейчас. Плохо, да? Давай, давай, поднимай. Бел. Шире. Да,
Слушай, а 21-й год ты разговаривал? Я не знаю, ты, но ты, короче, Антон, ты не знаешь, все равно. Мне это писали, потому что в прошлом году это был второй клуб. А ты наш клуб поехал? Полный поехал. Только не 20-й, знаешь, такие хорошие. Да, да. Зачем ты отдаешь? Хорош, Гришка, хорош! Капелла там решил так скорректировать. Нет, просто этот. Капелла там стоит. Арбузы крошит, слышишь? Не у рыбы спрашиваю. Капелла, где Махаил? Да, выходи. Вместо Ионова. И дальше крошу с работы. Я уже странная замена, короче. Ну, Козлов вышел, еще ладно. Гранат вместо Перзакова и Рыжик вместо Ионова. Не, ну там еще надо что-то. Я такой вам проверил. Я не был, я не побежал полкуля, но еще раз Да я Жирков. У нас вот Жирков вышел. Хорош, давай, Гриша, сам! Подставляйся, сам! Красавчик! Я люблю тебя, Гриша! И сами. Я всеми фибрами. Это крестный отец моего первого сына. Саня, дома, спина, Гриша. Паша есть, Паша, не, вы что, не надо? Арсена нет? Дай ему в свободу! Макс, середина, Макс! Гринь, Гринь! Муба, а? Перекидывай! Гриша Чернецов! Ничего не сделал с ДФС только. Ну понятно, то, что там с ДФС ты отпустил сам сам. А, снега и Лобану. То есть он всех наказывает? Ну вот, смотри, Найк. Дуже сказал, все, не помыться, подмыться, подожди, надо, я должен там быть красавцем. Ну, скорее всего, на вышем. А массистов-то быстрый? Молодые мамочки будут наказаны. О, хорош! Будут наказаны. Все, на Коля, выполняй!
Большая. А вы уже проверили, да? Вы уже зашли. Нет, просто с моей стороны закрыли. Сай, два! Нету, нету, блядь! Макс! Ты беги до свистка, Макс! Да был, офсайд. Пока грибы не торкнут, беги! Обрыть меня! Слышь, я вообще на кровати лежал, спал практически, меня доебались. Не мог. Давай, ногой поймать, да? Да. Неплохо. Порядка, очевидно, за футбольный оператор. Ой-ой-ой! Ничего не будет! А к ближнему надо было читать. Я знаю то, что это невозможно. Невозможно, а? Я охуенно. Он все очень плохой. Ну а что, спортсмена, во! Что ты это делаешь? Что там тело в Динамо занимался, что меня не помню, когда мы там... На год старше собак. Они не чистые. Давайте покурим, что тут такое делаем. Давай в парламент. Что упало нам на салфетку? Я вам бегу, у меня нету ни колена, нахуй ни парку. Каждый день бегу. Специально, чтобы, блядь, состав собрать. Нет, а как мы будем? Мы себе 40 километров в день пробежим. Да ладно, блядь. Ай-я! Просто власть ковы, Игорь Григорьевич. Полный занял, представляешь? Привет, Илья. Давай!
Хорош! Пурулава! Давай забей! Пурулава! Да пух! Эй, грузин, давай забей! Эй, грузин, давай забей! Вы самый любимый грузин. Там кара малика. Опа, резина. Нет, все, это ладно. Я уже, блядь, Света, извини, пожалуйста, у меня был лидер на момент. Я вышел, блядь, до свидания, бегал. Да, я. Пошли дальше, мука. Это же футбол. Это не ровки, машировки там. Ворота квадратные, поле квадратное. Все. Мальчик кругой. Дай! Давай, пастор! Дай! Блядь! А мог отдать пасту и чего-то зажать. Да он больше говорит. Я тоже могу. Он делает русский музыкант. Давай пока тут вставь. Давай пока тут вставь. Давай. Без фарса, блядь, вообще, блядь, изначально, блядь, постоянно. Давай какой-нибудь, слышь, блядь, зададим. Вот, а потом, блядь, приходишь, блядь, такой, блядь, 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 после этого я обижаю. Я пойду, не хожу. Сегодня отрезаешь? Отрезаешь? Блядь, со мной, блядь. Слушай, не пиздай, ты слышишь, уже заговорили на хаске, все обратно пойдет. Не, вообще на основании команды надо делать. Ничего, я вообще не слышу, что зайти. Ну да, а ты хотя бы. Ты же это нет. Давай, давай, слышишь. Почему нет? У нас сейчас светское общество. А у меня об этом одна. Спасибо. Ой, Морозов, ускоряйте. И потом. А ты фэн, что же? Я тебя до дома лез, говорит, довези меня до дома. Я не соблюдал. Ты блевал в моем лобу. Ой-ой-ой, хорош. Давай зайди. Ты блевал в моем лобу. Потом поставил там все пиво, которое оставил. Давай, что ты? Напиток упало на пол, раскрыл все. Там такая струганина была, на самом деле. Там можно было позор. Подожди, покажи команду, которую Казахстан собрал. Ты же открылся. Антикор, Давай, давай, команду. Бэкс чемпион. Там очень интересно. Там уже можно и работать. А сколько очков? А, мало всего. Первый раз на экзамене. Как
вот эти зашивы. Пиши, пиши, на собака. Рыбу ты нахуй вышел. Рыбу ты вышел. Тоже все. Чего? Знаешь, я не сомневался. Последнее место из последнего. Не, у меня дизи это важно. Последнее место не для него. Почему нет? Понимаете? Нет, у меня есть ФРТ. Да, он чек сломался, не знаю. Не может команду сделать. Клитер на поле нужен. Когда он не чувствуется, если честно тебе. На террасе. Знаешь, как это? Я лежал. Все в том же месте. Украсть сиху, на самом деле. Клитер, забирать сиху. А натирать как будто. Ну, блядь. Короче, приезжают на Украину, ну, из России, там, с делами, делегации. У вас, говорит, на Украине, человек там, 70-х были. На Украине спит, да, спит есть. Он такой, думаю, да, попросит. Скажу, нет. Скажу, жмот. Снимаю, только для сода. Просто не знаю, что это. Снимаю, только для сода. Вратари. А, ты остался с ним, значит, вдруг там вечером такой Слишком
Не думаю, это два игрока из Аргентины, потому что... Весел, ты где там снимаешь? Весел! Весел, что ли, бежать? Весел, что ли, бежать? Весел, что ли, бежать? Выбери нападающих. Мне нравится. А, купил что? Давай. А, Испания, да? Ну, из Аргентины. Я понимаю. Так вы видели французов? Да нет, нет. Дима! Сварса не видит. Ну да, там три солдата помощи. Видали, смотри, видали! А вот, там не понятно, как убрать. О, Вик, ну да! Мюллера? Ну, Мюллера, можно. Все, я видел. Я здесь. Я пришел. Джек, и так народу нет, давай лечись. Поправишься? Я так постараюсь, я даже... Я могу показать на банку. Я хороший. Легко поправишься? Не знаю. Дальше поправишься? Подожди. Салам алейкум. Алейкум салам. Давай, иди, иди, иди. Витя, ты где? Подожди, блядь, человек этот. Ну что же, горы вроде что не знаю. Не знаю, я про Лабуэна. Он точно будет играть в основе Аргентины. Тут забивающий был защитник. Показали? Там такая... О, кстати, был как... Ой-ой-ой, давай, давай, давай! Ну как еще идешь в Москву? Ну давай. Бегите мне. Он не так должен. А ты где жила? На Новоизмайловской? Ты говоришь, 8,5? Нет, плохо, больше от этого. Я же не знаю. Ладно, смотри, там много. Там между студенческих городов. Я в широкого. Слишком много итальянцев. А, только два можно взять за команду? Да. Алло. Ага, как поедешь? Ладно, парни.